В Униксе мэр Казани Ильсур Метшин встретился с участниками и организаторами российской студенческой весны. Он отметил роль волонтеров, участвующих в реализации таких масштабных и значимых для республики проектов. Ведь во многом именно волонтеры создают имидж региона. Особенно это важно сейчас, когда Казань принимает у себя более 3000 самых талантливых студентов России. На ток-шоу «Студия весны» Метшин подчеркнул, что Казань продолжает оставаться центром студенческой жизни страны. Да и в целом наши студенты широко и уверенно шагают по всему миру. Я очень люблю студенческую весну. Нам всем кажется, нам все еще 18. Мы все принимали участие в родном вот Казанском федеральном университете. Ну и мы в студенческой весне принимали участие, потому что нам за это ставили зачеты и экзамены. А потом мы полюбили это дело уже со второго курса и стали такими знаменитыми и защищали честь университета среди вузов нашей республики. А мы напоминаем, что 19 мая в 18:00 наш телеканал «Универсмотри» начнет вести прямую трансляцию с церемонии закрытия и гала-концерта фестиваля «Российская студенческая весна». Не упусти возможность насладиться выступлениями лучших студентов России и узнать, какой регион одержал победу. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз.